Торжественная встреча частицы мощей одного из самых почитаемых русских святых Сергия Радонежского и ночная божественная литургия в Георгиевском соборе. События приурочили к важной для Русской Православной Церкви дате. В этом году отмечается 600-летие обретения этой святыни. Исторически так сложилось, что этот святой очень много молитв совершил ради нашего Отечества и являлся соединителем душ человеческих со Христом, с Его Церковью и является собой молитвенное единство всей России. На протяжении всего дня духовенство Одинцовской епархии совершало молебны с акафистом у святыни, а верующие могли поклониться мощам и помолиться преподобному Сергию. В 15 веке Сергий Радонежский основал Троицкий монастырь. В настоящее время это Троица Сергиева Лавра. Благодаря преподобному и его ученикам были основаны десятки известных российских монастырей. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».